Алло. Зай, слышишь, звони родителям, звони Ваниной жене, нахуй, поднимайте вопрос опять на уровне Богомаза, на всех, нас напередок, нахуй, отправляют, около 40 000, нахуй, ВСУшников стоит, из воды, что был, нахуй, который вышел, и выживших, нахуй, осталось, нас опять в самую пизду кидают, нахуй, там минометы ебашат, все заминировано, нахуй, наше командование 488 охуело просто. Сидят сами нахуй, ни командование, ни никто не приезжает сами нахуй, а нас кидают нахуй подыхать, ебать, заебали уже. Поднимайте там на всех уровнях нахуй, министерств, хуерств, всем, хоть президенту нахуй, звоните напрямую нахуй, такого хуя, я, блядь, подыхать нахуй за этих пидоров штабных нахуй не собираюсь, которые сидят только приказы, блядь, дают, до жопы свои протирают, звезды вешают, блядь. Алло. Слышишь? Ну. Мы сейчас выдвигаться будем. Ну, мы все наши, что тут в отказке, но все равно там поднимите вопрос помощнику президента или кому там, что типа какого хуя нас отправляют, если мы должны сидеть в обороне, нахуй, там дохуя 200-300, нахуй. Ну смысл, у нас нахуй прописано мобилизованно сидеть нахуй в обороне, нахуй, какого хуя мы туда вообще идем? Ну вы слышите, вы же на своем стойте, ну не идите. Да.